Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Продолжаю свою небольшую, но очень необходимую серию из различных народных видеорецептов по лечению витилиго. Многие пишут в комментариях, что витилиго не лечится. Это неправда. Просто есть две категории больных витилиго. Первая категория – это лица, которые испробовали различные медикаментозные и народные рецепты на себе. Им ни один рецепт даже на 5%, даже временно, не помог. Вот у таких людей лечение витилиго невозможно. И существует вторая категория людей, которые применяли различные медикаментозные и народные рецепты. И некоторые рецепты на некоторое время им помогли. То есть они увидели какие-то положительные изменения. Вот такие категории людей подвержены лечению этого заболевания. И его можно у таких людей навсегда вылечить. Естественно, необходимо долго и кропотливо работать над собой, применяя различные рецепты народной медицины и не только. Ну а рецептик на сегодня такой. Достаем, покупаем в интернет-магазинах высушенный корень ревеня. Вот так он выглядит. Необходимо его перемолоть на грубую фракцию. Данную процедуру, данные компрессы делаем один раз в день. Компрессы делаем, естественно, на острова. Каждые 10-15 минут необходимо заново брать ткань, заново смачивать в нашем отваре и делать все новые и новые примочки. В этот момент необходимо или прилечь, или присесть. Один раз в день берем небольшую чистую кастрюльку. Далее воду. Желательно использовать воду или из источника, или свежеразмороженную талую воду. 200 мл воды и 2 столовые ложки с горой, перемеленного на грубую фракцию корня ревеня. Помещаем корень ревеня в нашу воду, нагреваем до кипения и кипятим ровно 1 минуту. После этого отключаем, на 5 минут закрываем нашу кастрюльку, можно ее еще укутать, через 20 минут все процедить. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить, написать комментарий, а также поделиться этим роликом со своими друзьями. Они также хотят быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще!